Вы бывали в Бадахшане? Не ходите никогда. Вот спою о капитане, вы расхочете туда. Как живет и как он тужит, как перловку ест с ножа, как он родине там служит, головой не дорожа. А еще добавить надо, как по взорванным мостам он дошел до Файзабада и навек остался там. Пусть подпиленные пули свищут около плеча, парткомиссия в Кабуле объявляет строгача. А за что? За то, что строго запрещает пить Коран. Но ведь он же, слава Богу, наш советский капитан. Он живет не по исламу, у него одна жена. Он порой про Божью маму говорит, как сатана. Он суннита и шиита от бревна не отличит. Ну, хватил какой напиток, не дерется, не кричит. Так скажите, Бога ради, в чем виновен капитан? То, что служит в Файзабаде на Нагорье Бадахшан. То, что служит в Файзабаде на Нагорье Бадахшан.